тебе нужно от скромного? Пожалуйста, не спеши. Госпожа, это вновь кто-то из изгнанных. Как ты это поняла? Их окружает некая пустота. Разве не чувствуешь? Пустота, не похожая ни на что. Отсутствие руки создателя.
Приветствую. Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Hey!
Теперь я понимаю, почему все так хотят крылья. Что тебе нужно? Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Спасибо.
спасибо, что спасла. Я бы погибла, если бы не ты. А, добро пожаловать, всадник. Тут стало весьма людно благодаря тебе. Позволь мне улучшить ту безделицу, что я дал тебе. Собралась хорошенько их помучить, да? Это одно из лучших моих творений. Любопытно. Итак, посмотрим, что я могу для тебя сделать. Любопытно. Всего тебе наилучшего.
Что тебе нужно от скромного торговца? Заставь их кричать, всадник. Шрам. Еще одно место для отдыха. Это место почему-то кажется мне знакомым. Рядом один из грехов. У нас осталось незаконченное дело. Гнев здесь? Ненадолго.
Привет. Это позабавит нас обоих. Как хочешь.
это такое? Это твой друг? Сомневаюсь. Это риторический вопрос. Я знаю, что у тебя нет друзей. Зато у тебя есть враги. Не думаю, что он целится в меня, госпожа. Thank you.
Очередной глупый демон строит храм в свою честь. Да здравствует война! Кого-то комплекс неполноценности. Ты что, пошутила? Это плохо, даже осмелюсь сказать, глупо, госпожа. Чего ты так боишься? Демона, воображающего себя завоевателем? Не воображающего, являющегося. Полегче, миледи. Зачем же хвататься за оружие? Еще один таинственный демон. Ты не знаком с Вульгримом? Мне кажется, вы бы поладили. Нет, миледи. Вульгрим – жалкий торгаш, а братья – скупец высшего класса. А, вижу, моя репутация опережает меня. Да, кое-кто хочет тебя убить. А, пусть встают в очередь. Покорные всегда завидуют сильным. Правда, наблюдатель? Чудесно, но повелитель пустот считает тебя надоедой. Вы видели предателя? Где он? Неважно. Важно то, что он хочет твоей смерти, а я желаю знать, почему. Вы же умная женщина и поймете все с полуслова. Поэтому я отвечу прямо.
Здесь будет дом очень-очень важного демона, который победит в этой войне раз и навсегда. А я буду на его стороне. Предателю это не нравится. Он боится перемен. Лучше тот черт, которого ты знаешь. Так этот предатель. Чего хочет повелитель пустот? Иногда побеждают пташки, иногда летучие мыши. Равновесие. Но предателю нужно больше. Ложный повелитель стал ложным богом. Он опустошит эту планету, как опустошает души. Это его становление. Он ведь знает, что стоит моему господину победить. Абраксис найдет предателя и выпотрошит его. Вот он и послал вас. Задача Миледи — поддерживать порядок. Повелитель пустот считает, что порядок — это он. Если Миледи так, кем она себя считает, она должна убить предателя. И скорее. До того, как он воцарится. Но если вы хотите меня удивить, прошу, к делу. Мне еще империю строить. Ты любишь потрепать своим языком, да? Он того стоит. Значит, из него получится отличный трофей. Дело ваше. Этой башни, демон. Молитесь, чтобы мне не пришлось вернуться.
Ричард!